Всем привет, меня зовут Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом PixelMob. В прошлом эпизоде мы закончили как раз вот тут, и нашли в сундуке 5 диамантов. Я не стал возвращаться домой, думаю, что переночую вот тут, я себе сделал уже кровать, вот с этой шерсти и деревья. И как раз буду идти домой, и по дороге еще немножко прокачаю покемонов, так как сейчас мои покемоны, как вы заметили, мертвые, и когда ты спишь, потом просыпаешься, и они встают, ну, лечатся как бы, вот, здоровый. Так, ну что ж, возвращаемся домой. Так, где наш дом, в каком направлении? Так, вот там. Думаю, что сейчас пойду еще в другом направлении. Так, секунду. Где-то вот так. Может, по дороге еще что-нибудь найду. Посмотрим. И как раз буду качать своих покемонов. Может, по дороге домой уже мой Magikarp будет 18 уровень. И Charmeleon может где-то 25, если повезет. И никто нас не убьет. Посмотрим. Так, нам нужен тростник. Бежим. Может, еще что-нибудь найдем? Какую-нибудь НПС деревню твою матушку. Ладно, постараемся. Да. Постарались. Ладно. Ты ж падла сильная. Он же вроде никогда на меня не нападал, вот этот тип покемонов. А теперь вдруг ему что-то приспичило? Ладно. Теперь просто-напросто бежим домой. Так, немножко добудем угля. Да. Инвентарь у нас, конечно, бардак полный. Никаких нормальных покемонов нет. Ладно, бежим. Да, я как бы накаркал, уже вроде второй раз. Типа буду возвращаться домой и немножко покачать своих покемонов. Да, покачал сразу. Ладно. Так, еще тростника немножко. Так, что-то у меня подлагивать начал. Может, еще покеболы найдем, которые на земле валяются. А может и нет. Ну, посмотрим. Сейчас нужно будет сделать хотя бы, ну не знаю, хотя бы 20 покеболов и уже начать так нормально ловить покемонов. Я думаю, цель в этом летсплее будет словить минимум 30 покемонов, не 30 любых покемонов. Вот, например, подошел к этому, нажал кинуть покемона, все, словил его, плюс один покемон. Так нормальных, которые мне более-менее нравятся. И может найти хотя бы одного, двух, ну двух, думаю, это слишком будет, хотя бы одного редкого покемона. Хотя бы одного. Так как это очень сложно, вообще даже нереально. Ну, реально, как-никак. Они же тут есть. И может, найдем потом, ну,
В общем так, 30 обычных покемонов, где-то так. Вот, в команде может быть только 6. Думаю, 30, да, где-то 30, может 35. И думаю, будет нормально. Где-то 35 покемонов и один редкий покемон. Так что тут вообще нету ничего по дороге. Ни сундуков, ни вообще ничего нету. Да, только сказал, и спереди появилась деревня. НПС. Ладно, зайдем, может что-то и будет там. Мне одному кажется, или меня немножко начало подлагивать. Не знаю почему. Именно в этом эпизоде. Как-то не знаю. Или мне кажется. Не знаю. Так, уйди. Этот меня убил как раз. Не меня, моего покемона. Здесь ничего нету. Здесь тоже. Это что? Так, пусть будет. Лишний хапчик нам не помешает. Сейчас. Тут тоже ничего нету. Тут может что-то будет. Да, книжки нам тоже нужны. Ну, чтобы сделать стол зачарования. Я не знаю, пригодится ли он нам. Ну, я знаю. Думаю, можно сделать просто так, ради прикола. Так, еще картошечка. Еще пшеница. Тоже нам пригодится как-никак. Чтобы выкинуть. Думаю, это нам нафиг не нужно. Так как тут как бы основная цель этого мода — это не убить дракона с помощью этих, ну, жемчужин. Думаю, вообще тут смысла нету на него даже идти в конце. Тут что-то есть? Нифига нету. Тут сундук какой-то. Хлебушек. Так. Думаю, пригодится, не знаю. Делаем вот так. Вот так. Ладно, идем дальше. Все, думаю, больше ничего здесь нету нормального. Думаю, можно возвращаться домой, так как ночь еще не скоро, чтобы опять увеличить наших покемонов. Покушать. У нас как раз есть два изумруда. Ну, хотя здесь ничего нету нормального. Ладно. Думаю, уже можно идти домой. Так, извините, если серия, этот эпизод оказался немножко скучный, так как я думал по дороге домой. Еще немножко раскачаю наших покемонов.
Ну, как оказалось, это где он? Ну, короче, один покемон напал и убил. Ну, я думаю, вы видели. Так что, извините, если что, думаю... Я не знаю, может, вне съемки я себе уже немножко выращу черных априконов. И, может, сделаю уже где-то хотя бы 5 покеболов. Чтобы уже в следующем эпизоде смело... Ну, смело идти ловить покемона. Так что-то еще не прогрузилось. Всегда кажется, это тот сундук, с которого может выпасть, ну, фигня какая-то. Ну, не фигня, когда что. Похожий очень. Вот еще черный эприкон. 2 штучки. Это какой? Неужели еще черный? Да. Так, я не мог найти, не знаю, сколько, где-то 3-4 эпизода, ни одного черного эприкона. Теперь сразу за минуту нашел сразу 2. Ну, какие 2? Ну да, 2, как бы, эти кучки. То бишь, за одного падает 2, получается 4. Так. Сколько уже? 6 штук, ну, нормально. Думаю, да, все-таки да, чтобы не... Сколько их тут одинаковых? Чтобы не терять время, уже к следующему эпизоду сразу сделаю где-то 5 покеболов и пойду охотиться на покемон. Так, уже можно спать? Да. Как раз сейчас вернусь домой. Ну, да, и по дороге еще, может, прокачаюсь, может. Не говорю точно, может. Сейчас опять накаркаю и какой-то... Ультрасильный покемон сейчас садится на меня и опять убьет. Побежали. Так, думаю, этот эпизод будет достаточно таки долгий. Долгий. Так как в нем мы почти вообще ничего не сделали. Только... Как бы время потратили. Ну, сейчас, думаю, домой как раз вернемся и, может, еще прокачаем. Так, не лагать. Бежим. Нормальных покемонов и нету. Вот, кстати, самый редкий покемон, который вообще существует в этой игре, спавнится вот тут, в джунглях. Называется Мью. Думаю, вы знаете, кто это такой. Ну, вообще, он самый редкий. Думаю, нет, его я не словлю вообще никак. Хотя и цель этого летсплея словить один редкий покемон. Одного редкого покемона. Но думаю, его я точно не словлю вообще никак. Так как он один во всем мире. Он вообще может быть где, в любой точке мира. Ну, в джунглях. В любых. Это чтобы его найти, я не знаю, какую удачу нужно иметь. Ну, еще один, ну, не один, такой камень. Камень листвы, или как он называется, ну, деревья. С него можно эволюционировать, ну, так я его разрушил, ну, ладно, он нам и так не нужен. Пару покемонов. Я только знаю одного. Иви. Кстати, можно его будет найти, если повезет. И словить. Да сколько вас тут желтых? Кстати, много людей мне писало
комментарии, что твою ж. Хотя бум, а ну да, бум, а хотя да, убил. Нифига себе, 2000 опыта, сразу два уровня качнулось, ну неплохо. Все-таки чуть не упал, немножко повезло. Так много людей мне писало в комментарии, что когда я искал черные априконы, что у меня есть один черный априкон в сундуке, почему ты его не используешь, его же тоже можно посадить. Дело в том, что он уже приготовлен в печи, его нельзя уже посадить. Его можно только использовать в качестве, ну, в качестве, как бы это сказать, в качестве крафта покеболов, да. И нужно минимум две штуки, так что он вообще сейчас не был пригоден ни для чего, ни для крафта, ни для... как бы плантации. А вот эти только вот такие обычные априконы можно садить, приготовленные нет. Так что вот так. Так какой там, что-то не привиделось, думал априкон там. Ну два уровня качнули уже нашему Шармелеону. И то случайно. Я не хотел на него нападать, того покемона. Ну, спасибо. Мне же лучше стало. Хотя ты почти меня и убил, ну. Так, это что за покемон? Кадабра. 20%, что я от него выиграю. 80%, что проиграю. Вот и лагерь. Засунулся там в текстуры. А, они бьются друг с другом. Я не понял сначала. Так, а сейчас? Да, сейчас можно. Этот уже убил того. Ну ладно, умирай. Нет, еще не умер. Сейчас один удар. А, нет. Слава богу, я его еще и убил. Так. Может, я не знаю, сейчас еще найду одного покемона и уже наконец-то качну своего Мэджикарпа. Эту фигню сюда переместим, чтобы уже наконец-то... ну, не наконец-то, чтобы быстрее качнуть его. Кстати, еще люди пишут, что эти приконы можно есть. Их есть вообще никак нельзя. Ни сырые вот никак кушать нельзя, и даже приготовленные тоже. Так что... нельзя, да. Так, какой ты уровень? И сюда. Мне... достаточно-таки большой. Думаю, да, эта серия не такая уж... уж и интересная получилась, как для меня лично скучная. Ну, не обижайтесь сильно. Ну давай. Нет, не убивай. Убил. Ну ладно, мы уже и так рядом с домом. Я думаю, эта серия уже достаточно таки долгая, я даже не знаю, сколько уже, может полчаса, ну полчаса может нет, но думаю, где-то минут 25-20 будет точно. Это такая исключительная серия была, не очень такая и интересная. Ну, еще раз повторюсь, к следующему эпизоду я уже... Так, что это покемон или сундук? Да, покемон. Так, к следующему эпизоду я уже сделаю, может, где-то 5 покеболов, как я уже говорил. И начну уже в следующем эпизоде, думаю, ловить покемонов. Да. Может, 5-10 покеболов словлю. Сделаю. Сейчас как раз сразу посажу черные. Нету нормальных покемонов. Ну ладно. Думаю, на этом можно заканчивать этот эпизод. Да, еще раз повторюсь, он был достаточно таки скучный.
Мне так показалось. Я думаю, и вам тоже. Так как мы вообще почти ничего не сделали. Убили наших покемонов два раза. Ну, точнее, не мы, но подставили их по удар. Подставили их под удар. Ну да. Целый эпизод мы просто-напросто возвращались домой. Ну, еще раз повторюсь, это было исключение, как бы. Ну ладно. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Спасибо вам за просмотр. Всем удачи, всем спасибо, всем пока.